Приветствую Донецкую Народную Республику. А еще рад я больше приветствовать шахтерский митинг. Мы-то знаем, кто хозяин земли. А нам пытаются навязать, что у нас есть только олигархи, и они будут решать. Но чья это земля? Где мы находимся? Дома у себя? Мы защищаем свою землю и свой дом. Мы дома. А к нам пришли с оружием. К нам пришли с мечом. И все мы помним, что бывает с такими людьми. От меча погибнут. Победим! Донецкая Народная Республика! Ура! Я сегодня хочу с этой трибуны обратиться не к вам, мои дорогие друзья, мои уважаемые земляки. Я обращаюсь к командующему военно-воздушных сил, который приступил 2 дня назад черту совести, черту закона. Уважаемый Юрий Аврамович Байдак, я обращаюсь к тебе. К тебе, мой командир, который прошел службу в Афганистане. Ты вчера, позавчера бомбил мою землю. Позор тебе! Позор! 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 Наш противник не смотрит, это действительно ополченец или это просто мирный. Стрельба идет по всем. Людей, естественно, это пугает. Люди в основном-то гражданские, они не готовы к войне, они не готовы погибать. А вам выдвинули ультиматум, сказали, что если вы, соответственно, не сложите оружие, то будешь тут. Как вы относитесь к этому и на ваш взгляд велика ли вероятность действительно военного вторжения в город? Знаете, нам ставили ультиматумов очень много и пугали еще более страшными вещами. Но мы находимся дома, чтобы реагировать на подобные вещи. Если выбирать между позором и войной позор, да, то мы получим и позор, и войну. Мы делаем полную остановку, мы делаем предупредительную. Если понадобится, впервые со времен фашистской оккупации наши города бомбят и обстреливают из тяжелого оружия. Я хочу сказать, что в правительстве Украины находятся убийцы, палачи и пособники убийц. Они не захотели с нами говорить. Они начали нас расстреливать.